В Днепропетровске депутат Красногвардейского райсовета на своем авто насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу. Авария произошла возле пешеходного перехода. 26-летний депутат попытался скрыться, но его все-таки задержали. Судмедэкспертиза уже установила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в прокуратуре решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нами на проспекте Петровского был замечен автомобиль с явными повреждениями передней части. Опель черного цвета. Перед этим он сбил пассажира, пешехода и пытался скрыться с места происшествия.